второй бой нашей хроник World of Tanks. И в этот раз мы попадаем на Минск. Опять мы попадаем со своим уровнем. Я немножко ускорю стартовый разъезд. И мы едем вот за это поваленное дерево и в эти кусты. Итак, что мы видим? Мы подсвечиваем леопарда, но стрелять пока не стоит. Просто потому, что он пока довольно короткий промежуток времени, а там, возможно, уже и стоят на прицеле. Поэтому перестраховался. Вот здесь я уже в него начинаю стрелять, потому что у него мало хп, и у нас явно светилась вот эта 34-ка, по которой стреляли. То есть где-то я, конечно, и рисковал. Очень удачно стрелялся и попал сам, и еще подсветил на стол хп. То есть стал шоу. Подсвечиваюсь, его еще забираю от артиллерии, пусть по моему свету, и противники остаются без света. К сожалению, наш 34-ка совершает ошибку. По ровному асфальту тоже умирает. Начинаем выцелить КВ-1. Надеюсь, что он все-таки выйдет и подарит нам часть своих ХП. Но вместо этого там уже в нашей половине города показывается 34-ка. Я понимаю, что там света толком не будет, но на последней надежде я все-таки надеюсь, что там что-то может быть и покажется. 34-ка теоретически может. Или М10, но нет. Я смотрю, что противников становится в нашей половине все больше и больше. К сожалению, я ошибаюсь. Они тут не показываются, но ошибаются в раз 67-ми. Мне где-то везет с этим попаданием. Ну, оно свершилось, так что хорошо. Черчи. Как обычно, попадаю в скос с первым выстрелом. В убером сначала. Ну, две тычки я успеваю всадить. Хотя же немножко охладили пыл, он отступил. А сейчас важно выбрать, потому что город у нас уже, можно сказать, прорван. И с этим надо что-то делать. Потому что я пытаюсь соблюсти 15 метров от кустов. Но вот вопрос, что надо соблюсти его со всех направлений. И в этом сложность. Увы, по бакам КВ не пробивается уже в ромбе. А вот, но с другой стороны, удачно вылупается. Пробит, подожжен. Пробит, уничтожен. Итак, город вроде бы парировал. Теперь дальше. Начинается подсвет ПТ. Наш ПТ летит в упор. Это зря. ПТ-шек много, да и 3 арты намекают. Но, тем не менее. Да, вполне понятным образом умирает. Но мы тоже едем на центр, потому что Черчилль явно на пуга не высовывается и вряд ли высунется. А даже если высадится, 2 тычки по нему не дашь, скорее одну, а за 135 урона караулить его. Ну, столько вот такие, где-то, может быть, он кажется, но нет. Сидеть долго стоять не стоит. У нас не осталось света, стоит рвануть их там расстреляют в 4 ствола ПТ-шных. Ну, пусть 3 сушка 85-х явника. А мы пробуем подсветить сами. У нас есть вот повален дерево, аккуратно высовываемся, вроде бы не светимся. Включаем трубы, ну и сами мы никого не видим. Что же делать? Поэтому валю другое дерево, уже более удачный способ, и на самый мост, а не на вот эту грань. И вижу другая штука. Знаю, что штук пробивается в гуслю с уроном, пробился, поймал сам урон. Ну ничего, главное, что гуслю выбили, то есть стоит надежду повторить трюк. На этот раз у него не будет рекомплекта. Штук прет на нас. Но, понятное дело, его здесь расстреливают. 338 урона по засвету, 132 своих, он весь наш. Да, грибаем на сотню от арты. Почти на пол хп нас раскошели, но... В целом, размер-то раза в 2 по хп выгоднее произошел. Да еще и ствол, на самом деле. А тем временем мы видим слепую Су-85. 335 метров, где ее обзором 280. Мы недостижимы. Но нас засвечивает Т-67, и вот здесь я принял решение остаться и стрелять, потому что у противников много целей, их надо расстреливать. Итак, в целом нам получилось, по-моему, забрать Т-67. Мы дали одну тычку по М-10, который тут опять самый грозный противник, и пытаемся ее закидать блайдами.
Но снаряды рвутся на стене дома, не получается. И так светит артиллерию. Арту мы любим убивать, а потому начинаем. Увы, три выстрела, либо промах, либо без урона. Тут выбор от нас отвернулся. Благо, что это было не очень критично. И мы тратим снаряды на то, чтобы хоть как-то выбить из игры, М10 самый опасный. Ну, вместо этого выбивает нашу М10. И еще и 3/4 от нас забрала незадолго до этого. Буром перед на М10 опасно. 370 метров базового обзора. Это еще и, наверное, труба. Это не шутка. Это не у каждой восьмерки имеется. А у нас в движении 310 базового. Ну, у меня, конечно, усиленные перками вентиляции шоколадом. Тем не менее, все равно пересветят. А ДПМ у нас не лучше. И ХП меньше, кстати. Надеемся, что противники вылезут. Здесь я ускорю. Рта одна правильно подъезжает поближе. 122-я на косая. Немного я застоялся и прощелкал появление ПЗ-4. А вот здесь я просто не успел свестись. К сожалению, больше такого шанса ПЗ-4 нам не даст, но ну, КВ-шка с ним вроде как справляется. Ведь с артой. Да. У нас каким-то образом. Ну, на вас тут погибает, видимо, от засвета ПЗ-4 бешок, ну, мы меняемся. Что важно, у нас сохранился КВ-1 на том фланге, то есть мы давим сразу со всех флангов, это делает ПТ как минимум некомфортно. Потому начинает поджиматься к вражеской позиции ПТ, надо сближаться. Как мне кажется, обзор у меня тут самый лучший сейчас. Да и мы все-таки ПТ-шки на 3 тычки. Надеемся увидеть. Но она то ли переехала, то ли хорошо стоит, не засвечивается. Но едет наш ПЗ-4. Ну что ж, надеюсь, что сейчас мы его ее затыкаем. Тем временем 1500 урона есть, 600 на свете. Ну, вместо ПТ светится арта. По нашему засвету урон, то есть мы опять забираем ее максимально результативно, но это стоит нам ПЗ-4. Мы, к счастью, безнаказаны. Ну что ж, теперь можно ехать, надо меняться в упор. Потому что мы, скорее всего, выдержим 3 тычки от нее. 2-то, я думаю, мы дадим в ответ. Да еще и КВ-1, не ваншот. Наблюдаем за артой. Даем 2 тычки, ловим от ПТ-шки непробитие, ставим на гуслюк и ее забирает арта. 2000 урона снова, 800 на свет и даже что-то по танкам. На этом бой закончен. Спасибо за просмотр. Надеюсь, до новых встреч.